Я его правление, кто как хочет называет, его правление государством называю 84-й год, когда он стал истинным руководителем правительства Республики Казахстан. Он владел, уже полностью обладал полнотой власти в Казахстане. 84-й год. 21 год он управляет Казахстаном. 21 год управляет. Добавьте сюда еще 7 лет. И, возможно, еще один нет. Это почти 30 лет власти. Такой власти не было ни у Сталина. Такой власти не было и ни у Брежнева. Такой власти не было ни у кого из вообще нынешних правителей, как говорят, и диктаторов. Если мы, как гражданское общество, смиримся, что Назарбаев все-таки будет голосовать, народ за Назарбаева, за его, знаете, как он называет, вторичное избрание, мы делаем, знаете, самый антиобщественный, антизаконный, знаете, самый шаг. Вы, журналисты, должны понимать, что Назарбаев не должен свою кандидатуру выдвигать на этих выборах. Эти две острейшие темы, которые стоит задуматься над, и журналисты должны подумать, и об этом должны сообщить мы всему казахстанскому народу. Два момента, которые очень тонко влияют на ход выборов.